Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега. Температура воздуха днем минус 4, минус 8 градусов, ночью 0, минус 2. Ветер преимущественно южного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо закроет тучи, выпадет небольшой снег. Днем минус 5 градусов, ночью нулевая температура. Южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, днем минус 4, ночью минус 1 градус, ветер южного направления 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, днем минус 5 градусов, ночью минус 1, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.